Генеральная прокуратура официально подтвердила, что уголовное дело в отношении заместителя акима Алматинской области Багдада Манзорова закрыто. Расследование прекращено за отсутствием состава преступления. Теперь гособвинители требуют наказать сотрудников антикоррупционной службы, которые незаконно задержали чиновника. Сам Манзоров вправе подать иск и попросить возмещения морального ущерба. Известно, что госслужащий уже вернулся на работу. Внесено представление генеральным прокурором органа антикоррупционной службы о рассмотрении в дисциплинарном порядке лиц, которые допустили нарушение законности.